От социальных вопросов к теме безопасности. С начала купального сезона в нашем регионе произошло уже 2 несчастных случая на воде. Чтобы отдых не был омрачен трагедией, нужно соблюдать простые правила безопасности. В том числе это касается водителей маломерных судов. Очередной рейд спасателей выявил недобросовестных участников речного движения. Вот эти белые лилии, а их рвать нельзя, потому что они в красной книге. А мы это прекрасно знаем, их просто фотографировала, вот и рукой потрогала. Забота о местной флоре – это попутно основное внимание безопасности на реке. На сегодняшний день у нас составлено 15 административных дел на судоводителей по разным причинам. Где-то отсутствуют средства защиты, средства спасения, где-то, значит, судно не зарегистрировано, где-то не прошло техническое освидетельствование. Большинство судоводителей охотно идут на диалог, но встречаются и те, кто предпочитает спасаться бегством. Как оказалось, напрасно. Все документы у речного гонщика были, правда, не с собой, а в машине. В принципе, это тоже является административным правонарушением, которое предусматривает административное наказание. Но в данном случае оно незначительное, поэтому мы ограничились устным предупреждением. В нашем регионе зарегистрировано 2000 маломерных судов. За сутки на Курских водоемах можно встретить примерно 40. Их владельцам напомнили: отправляясь на речную прогулку, не забудьте документы и спасательные жилеты. В противном случае вам грозит штраф до 1500 рублей. Тарас Степаненко, Ангелина Рязанцева при содействии пресс-службы Главного управления МЧС России по Курской области.